он ответил: так просто сижу. И спросил меня сам: слушай, а курево есть? Вроде есть, я сказал, погляжу. Протянул сигаретку ему я, он взял и задумчиво так закурил. А ничего я на это ему не сказал, а сел рядом у края. Я украдкой взглянул на него. Нет, не молод он, а был лет на 40 тянул. Было жалко за что-то его, в чем-то грязном. Или два его белых прекрасных крыла. Чего же ты ждешь?